много связывает изменений в моей жизни, это место. Здесь необыкновенная связь с Богом. Вот любая лекция, любой семинар, ну, уже много лет, когда в церкви, то многое знаешь. Но ценно не объем знаний новых, которые здесь получаешь, а то, что есть определенная новая глубина понимания. Радуюсь тому, что сердце не ожесточается, что вот, ну, есть вот это мягкое сердце, которое чувствительно к голосу Святого Духа. Здесь Господь по-особенному присутствует своим народом. Божье откровение, оно каждый раз разное, и поэтому каждый раз хочется сюда приезжать. Я понимаю, что ну, вот моя жизнь полностью открывается и наполняется такой радостью и гармонией только когда я служу. Я узнал, как еще можно служить людям. Здесь интересно то, что люди работают не только бизнесмены, но и простые люди, у которых даже нет средств. Какое-то маленькое служение такое, но которое очень эффективное. И здесь можно взять этот уголечек и привезти домой и разжечь его, для того, чтобы больше людей участвовало в этом служении. То есть, если каждый член церкви хотя бы какое-то участие будет принимать и подхватит эту идею, это будет как огонь такой, который может много людей привести к Богу. We didn't know how to start it, so the friend invited us to come over here. We can learn how to cook or just to help the people in Poland to see a different way of the Lord. Or it's very powerful to hear the present through messages right now in the times we are live. So I believe this is the right time we are here to hear the message and just to share. Прежде всего, лагерное собрание – это тот момент, когда к нам приезжает большое количество людей. А для меня это означает, что большое количество еды. Готовить здоровую еду – это является большим преимуществом. У меня самая большая благодарность – это лица, глаза людей, которым нравится эта еда. И уже я всегда делаю цепочку. Здоровая еда, здоровая кровь, здоровый мозг, воля Божья. Вот, и поэтому хотелось бы, конечно, чтобы все приехали не зря, услышали то, что они хотели, услышали ответы от Бога. Так держать и не останавливаться, продолжать служить. Наши друзья, то мы за ними дуже скучали и чекали нового табірного. Ми його дочекались. За пару тиждень до лагерного нам сказали, що ми будемо приймати участь в медіослужінні. Нам дуже подобається, що ми можемо не тільки слухати проповіді і сидіти в палаті, але ми можемо також допомагати це все знімати. Я як звукооператор, дуже близько від самих спікерів, пару метрів. Слухаючи досвіди, які розказують, також хотілося б мати досвіди ці у своєму житті і розказувати їм інших. Я радий, що я саме на цьому місці. Раніше приділяв дуже багато собі уваги і часу. Але тепер, коли я приїхав сюди, вже тут майже рік, то трошки все починає мінятися. І навіть не трохи, а ну, так кардинально. І розумію, що треба не собі служити, а служити іншим.